Итак, всем привет, с вами Top 3 Miners, и сегодня мы будем снимать видео по Террарии. Одно из самых классных игр. Бей слаймов! И я... нам очень повезло, и мы появились в Нимбионе. Повезло, да? Да. Что-то у меня лагает из-за того, что я снимаю, но не обращайте внимания, может быть это изменится в скором счете. Отдай мое дерево, ты козел! Здравствуй, я... Простите, что у меня интерфейс очень маленький. Я не знаю, я в террарию два раза нечаянно зашел, и у меня интерфейс потерялся. Как ты такого кролика себе сделал? А, морковка? У меня нет морковки. Уйди. Я добываю дерево. Так, из чего будет дом? Из дерева, наверное. Я хотел из снега. Какие же это тупые инструменты. Я бы хотел сразу адамантовые. Адамантовую пилу и адамантовую дрель. Вообще круто было. Либо хотя бы огненную кирку. Так, добыли еще немножко дерева. Тупые кролики. Бей их, бей, бей. Они хорошие. Ну, и тоже. Зам убил, да? Продолжаем долбить дерево, как и в Майнкрафте. Майнкрафт это игра похожа на террарию. Только террария чем-то лучше, чем-то хуже. Рисак террария 3D. А можно на Майнкрафт установить этот мод? А на сервер? Да. Точно? Да. Но его очень сложно установить. Значит, тогда мы с 20-й серии, Ануар сказал, Ануар сделает. Будем снимать Террария модом с 20-й серии. Да, я сказал, я сделаю. Это мне точно. О, тут уже обычный биом идет. Камешек. Ну, все начинается с самого простого. Как и в Майнкрафте. Ты чё долбишь его? Нафиг эту какашку рубить? Я хочу камешек. Да вон там сколько камней. Давай будем делать, наверное, этот. Дом. Ещё рано. Я все время первые ночи сразу не дома живу, а типа только ночью путешествую. Под ночным покровом. Это так прикольно. И как говорят девочки, романтично. Романтично. У меня есть золотая рыбка. У меня есть грибы. Ё-моё, сколько же тут камня, круто. Короче, слишком много камня, мне не надо. Побежали дальше. Видели, меня зовут... Это кто, Ксепус? Да, ты прямо Йокскаст. Алло. Кажется, у моего друга опять полетел интернет. Ксепус. Продолжу, когда он вернется. Продолжаем. Такс. Добываем дерево. Блин, микрофон падает. Так. Добываем много дерева. Потому что для дома понадобится нереально много дерева. Да, потому что мы не любим маленькие дома. Мне нравится. А я нет. Я строю эти дома. Ты нереально маленький домик в самом начале нашего ЛП в Майнкрафте поставил. А я сразу начинаю нормальные дома делать. Да? Чё не ставится, тупой желудь? Ставься! Кикни меня, а то у меня... Я же зашёл, да? Нет, ты вообще вышел навсегда. Чёрт, мне нужны крылья ангела. А я буду жить!
Выкапываемся. Опа. У, как я. Стоп, нужен верстак. Вот такой здесь верстак. Похож на стол. Но стол здесь вот такой. Так, нужен молот сделать. Деревянный меч. Деревянный молот. Деревянный лук. Деревянное дерево. Деревянный дом. Деревянная голова. Уже начинается ночь. Так, продолжаем долбить это все. Я иду к тебе, бедель. Продолжаем долбить. Вот теперь это прикольнее выглядит. Давай дом где-то тут рядом. Давай. Так, сломаем, ломаем. Мы все это сломаем в скором счете. Ты куда свалил? Да что это тупой окорм? Я его посадить должен. Птички, птички! А, птички, птички! Черт. Козлы. Тупые птички. О, вода. Водичка, водичка. Нет, 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 нет. Все, через эту воду мы никак не пройдем. Раз, два дёрт-блока. Сейчас надо выдалбиваться. О, май гад. Опа. Так. Еще немножко. Я иду к тебе, беги. Еще немножко. Добываем деревко. Как видите, у меня очень прикольный персонаж. Дерево не... А, ой, я молотом добил. Итак. Ну-ка, попу кверху, уши по бокам. Попу кверху, уши вниз, ноги по бокам. Еще раз. Нет, лучше по-другому так. Уши кверху, ноги к низу, попа по бокам. Сколько тут деревьев вырастет? Много. Ты куда уже убежал? Я, короче, тут вода, я дальше нее не могу убежать. А, бей его, бей, бей, ты не выживешь, ты не выживешь. У тебя уже 55 хп. О, с одного удара. Давай вот здесь еще я ломаю все деревко. Вот здесь будет наш дом. Давай. Я не там. А я здесь дерево ломаю. Все, уже точно ночь. Простите за стуки на заднем плане. Это у... Ну там, он сам вам скажет. Ну, небольшой ремонт у меня. Ну, это почти не слышно. Почти не слышно. Сколько же это долго ломать надо? Моё дерево не трогай. Здесь домик, да, будет? Да, сейчас надо это разровнять. Можем полностью разровнять, там вода будет. Надо наоборот поставить, мне кажется. Ну ладно, у тебя грязь. У меня ее только 37. Так. Стоп, не те кнопки, я на капслук нажал нечаянно. Так, 9. Так. Продолжаем. Давай, грязи, хватай. Есть. У меня еще 11. Алло? Да. А, ты здесь? Я что-то завис. Так, продолжаем ставить это дерево. Факелы, 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 черт, черт, черт. У меня куча торчев. Нет, стоп, вот так. Вот, торчи, торч, нафиг, торч. Че, слабо так, торч. Видел, какой торч. Че ты там делаешь? Я? Ты а делаешь там что-то? На букву Д, да? Ты там делаешь что-то на букву Д. Сколько там слаймов? Ты видел? А тут зомби, есть бомба? Чё? Есть бомба. Мы ещё даже в пещеру не ходили, есть бомба.
Адя! 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 Как они меня? Я думал это... чё факел сломал? Чё, крутой, да? Бежим домой, бежим! В атаку! О, да, вот так вот будет как-то поприкольней. Чтоб меня зомби видели. Да. Был бы у меня мой прошлый гунгнер, я бы всех убил. Который я тебе дал. Да, и моя бронька. И мое все. Да, стал бы я удалять его. Да ё-моё! Пришло время платить по долгам, уроды! А, да! Грибок. Так, стоп, стоп. Вот так. Да ну нафиг, ты крутой! Хоп. Надо заделать эту тупую яму. Вот так будет поприкольней. И верхний слой. Да чё тебе? Вот козёл. Крит удар, 2 хп. Ты ему всё же по одной и сносишь. У тебя лагает. Не подходи ко мне, урод. О, звезда упала. Прикольно. Не бери мои золотые монетки. Не бери. Золотые? Золотые. Откуда у тебя золотые? А, это я убил. А это, да? Кого? У меня. Они у меня были. Откуда у тебя золотые монетки? Отвечай. Так, нельзя делать. Ладно, я их забрал у тебя. Я у тебя их конфисковал, потому что мы договорились новых создавать. А, глаз! Глаз! Кто лху прилетел? Он пришел надрать наши задницы. Ой! Он у нас дома! Ты танкуй. На первом этаже будет стоять бабах, верстачок. Да он там есть. Пошел нафиг, урод. Печка. Печка. Так. Дальше надо сделать... о, стрелы. Камень кончился. Черт. Я выбираю лук. Лук в бой. А вот отстой. Тут могила. Томстоун. Такс. Да мне двери. Что с тобой происходит? Я не могу дверь открыть. О, открыл. Я пошел за деревом. Нет, нет, лучше за камнем. Нет, нет, давай лучше до утра подождем. А, не, есть идея. Закончим на этом видео и продолжим утром. Хорошо. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте пальцы вверх и еще подписывайтесь. Еще подписывайтесь на канал. Да, это, наверное, первая серия, конец ее. С вами были Top 3 Miners. Пока.